Кисловодский центр занятости продолжает свою работу. Благодаря специалистам десятки соискателей уже нашли свою профессию. Обратившимся помогают не только с выбором вакансий, но и в переобучении. Также центр активно сотрудничает с предприятиями и предпринимателями Беловодского района, так что работа найдется для каждого. Подробности далее. Анастасия Ищенко после обучения долго находилась в поиске и не могла найти работу по душе. На помощь пришли консультанты центра занятости. На выбор девушке предложили несколько вакансий, одна из которых и приглянулась. Теперь работает главным бухгалтером. Объем работы большой, в связи с регистрацией предприятия постоянно, и там сроки определенные. Там в Минэкономике нужно зарегистрироваться там в течение 10 дней после утверждения сметы, там разные тонкости в профессии, ну, как-то справляемся. Похожая история и у Анны Жученко, экономист по образованию, инспектор по кадрам по призванию. В Беловодском автодоре приняли как родную. Теперь она уже сама помогает молодым кадрам находить свое призвание. Особенно рады молодым специалистам. Конечно, помогают, оказывают содействие. Все дружно приняли и все стараются как можно больше все рассказать, помочь. А зарплату выплачивают пока своевременно. Ну, надеемся, будут и дальше так выплачивать своевременно и в полном объеме. Сотрудники центра занятости отмечают, что уровень безработицы в Беловодском районе постепенно снижается. На сегодня из 452 зарегистрированных человек было трудоустроено 270 граждан. Помимо этого, центр помогает обратившимся и в переобучении на новые профессии. В центре занятости очень есть хорошая услуга – это получить новую профессию. Вы можете обратиться в службу занятости, мы вас направим на обучение в город Луганск. Вы получите профессию, ту, которая вам ближе до души, которая есть у нас востребована на рынке труда, вернуться к нам в службу занятости, и мы вас направим на предприятие, там, где требуются, например, те же самые трактористы. На освобожденных территориях активно запускаются социальные службы, почты и другие административные структуры. Так что недостатка в вакансиях тоже нет. На сегодня жителям района трудоустройство предлагают более 50 работодателей. А это 366 вакансий. Мы тесно работали и с центром занятости, отдали вакансии, которые нам необходимы. И сейчас, на сегодняшний день, более 70% уже вакансий, то, что люди пришли сюда на работу. Благодаря, я еще раз повторяюсь, и действительно это так, через центр занятости. Найдется занятие для тех, кто находится в поиске желаемой вакансии. Для этого были организованы работы временного характера. Задействованы такие специалисты как на территории поселка, так и в населенных пунктах района. Всего 83 человека. Мария Тертышная одна из таких. Обратиться в центр занятости посоветовала бывшая коллега. То, что у нас такая краса, и надо уход, и люди, которые проходят, очень благодарят. То, что сильно заросло за эти 3 месяца, но мы стараемся, чтобы была красота. Евгений Пономарев, Александр Ушаков, Вести, Луганск, 24.